Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Импаута, мы сегодня сыграем в Гаррис Мод на сервере Проб Хант. Я уверен, что вы этого очень хотели от меня увидеть, если вы знакомы с Гаррис Модом. Очень интересная игрушка. О, русские прятки. 19 человек, давайте зайдем вот сюда. Вообще сервера Проб Хант очень веселые, и очень много всяких интересных серверов в Гаррис Моде есть. Но сегодня я выбрал снять именно Проб Хант. Блин, не, вот в этот сервер не пойдем, тут этим. Тут надо, короче, иметь текстуры специальные. Давайте вот сюда лучше. Там надо специальные текстурки просто иметь, скачивать, а как скачивать я пока не знаю, не находил. Вообще Гаррис Мод это игра от разработчиков Team Fortress 2, Half-Life, вообще Контры, Valve. Короче, Гаррис Мод, она вся смешала все стрелялки, которые у нас от разработчиков Valve. Так, давай, качай. Ух, дорогие друзья, знали бы вы. Мне пришлось ждать, что у меня запустилась игра. Ну, то есть не запустилась, сервер запустился, это пипец просто. Что мне делать-то надо? Все так и было. Да, ну так все и было. Тут все. Ребят, я нож нашел! Все, я пахнет, чувак! Дэн, ты живой? Так, охотники выиграли. Алло. It's me. Смотри, какой я нож нашел, охеренный Пэм. Смотри, ребят. Давайте я стану этим, что ли. Пропом. Или нет, как тут успехи в раунде. А, наверное, я в следующем раунде там начну играть. Так, надо найти у нас коробку. Чат сказать. Сейчас все уладим. Я сам давно в Проб Хант не играл, очень давно. В Гаррис Мод не заходил давно. Сейчас в CSGO все сижу, да и все. В основном. Давай, загружайся, загружайся уже, ну давай. А, Гаррис завис, а это к хорошему. Это вообще к хорошим вещам. Так, ну давай, отвисай, ну отвисай уже. А я думал то, что... Не, посмотреть на него. Взял и не загрузился сейчас. О, вот сейчас загрузится, тихо. Все, сейчас загрузится. Так, еще ждем, еще немножко ждем. Че, не подождем, что ли?
том доме. Можно не мог да. Только надел клуб. Или вниз, вы со мной стоите. Компьютер попробуй, компьютер взять. Компьютер попробуй взять. Один для клуба. Вот он, я так и знал. Чем? Так и знал. Проблема. Здравствуйте, я тут левый, я левый. Шикарно. Тони Старк! Вот я представляю, алкоголик. Я Тони Старк! Всё. Я этот... Лидер! Моя коронная фраза! Он закрывал пиздаки! Смешно, смешная шуточка. Подожди, что на крыше никого? Окей, я иду туда. О! Ну чё, мы начинаем играть. Так... Это видите компьютер? Да, это мой друг дело. Охренеть, блин, вот это... Вот говно спиздил ящик! Тут поворот лёсти не... Нет, не трогай! Я уже получил 100 евро. Ага. Блин, ну ничего, я ходил на уроки Майнкрафта. Я не могу. О, Майнкрафт прикольная игра. Нет. Я только что убил эту планку, которую двигалась. Я её убить должен был. Вы серьёзно? Я к этой поворотливости. Ты на гаду вымирающий вид, правда, не на гаду. Ай, не трогай. Баночки. Это на крыше никого больше. Баночки. Так, тут у нас чё? Дэн, Акирину спрятался, Олег, ты же... Меня никто никогда не найдёт, меня никто никогда не найдёт. А Дэна точно вообще не найдут, ты беспредел вообще. Понятно. Как так можно? У меня там просто на крыше план немножко провалился, не упал. Так, ну-ка, сходим-ка, как бы я сейчас куда-нибудь другое место. Ну-ка, в окно выпрыгивай. Так, всё. Чё тут у нас? Чё тут у нас? Машинку посмотрим. Никого. Он тоже, как он играет. Нормально. Машин никого. Стоит машиной. Никого. О. О, тихо. Тут кто-то есть, вот тоже вот, по-любому. А чё, на крышу нет? Надо как-то залезть. Да нет, там никого на крыше. Знаешь, где этот компьютер Apple? Замолчи. Там прям такой, так играем прям вообще. Нет. Эй, выходи. Он больше тебя продержался. Ну чё вы все так заныкались как? Я тебя заменил такой Пэм. Козы какие-то. Так, ну-ка. Не уехала. Ага, я тоже мы закроем. Так, чё тут у нас? Я так никто не разомнил. Воу, это чё было? А они там на крышу скачут, дебилы. Когда там никого нет. Я на крышу не скачу. Так, ну-ка. А, они не так. Да, они на крыше скачут. Куда я делся? Пытаются залезть туда. Когда вы бегаете вокруг них, они такие. Прыг, а ты такой. Здравствуйте, как дела? Иди дальше прыгают. Фигово. Никого мы не находим. Он на крыше, он на... Он на крыше, да? А как на крышу попасть? Я охереваю твоей тупости. Я крыше никто не найду. Пошёл ты нахуй. Попасть на крышу, это ж пипец какой-то. Отвечаю, нет там никого на крыше. Слово как. Кто на крыше? Так, ну-ка. Все-таки ты меня нашел. Так. Ничего! Ничего не одному ставили! Это знаете, где там снова я автомата? Так, понятно. Тут у нас тоже никого нет. Да не пари контору! Не гадал, ты в Кирилла влезь и открой. Вы где? Это ж
У Пэм пока согласен, он его не увидел. Какой на крыше? Это что? Забирайте, вы не можете сказать? Еще с автоматом. Лейс. Такой, прощай, это кто? Это кто пришел ко мне в гости? Russian алкоголик. Russian. Чипсы не трогай. Ты чё чипсы не трогаешь? Лучше это иди на там сколько там цой. Вот так, кстати, двигается. Где эта шлюха? Тут я вон в поле. В любой скут. Ну видеть хотя бы его. Я блядь не то спал. Это мне нормально. Я где-то в стол был. Ишь ты, как ну, там вот чипсы и всякие есть. Бутылки. Ой, не бутылки. Страшен. Бэм, мы раз будем прятаться по мусору. Так, все, мне надо заныкаться. Я шатал тебя, превратится? Бро. Кого превратится твоя дивизия? Ой, чипсы такие быстрые. У вас превышение скорости. Всё. Стоять. Боят. А еще то бьет уже. Эй, постой на разговор, я отек себе косу. Ты почему сломал пятихатку, задолжал. Теперь я... Они вот так вот сделал. Я заныкался, я заныкался. Кто видел? Вы не знаете таких гадов? Эй! Эй! Кто-нибудь есть? Кто-нибудь тут? Ёлочка в лесу. Давайте, найдите меня. Найдите меня. Шалава, ты тупая, блядь, ебал тебя я в рот. А чё правильно все мои проектуешь? Вот так. Кирилл, что ли? За коробками вообще классно так заныкались. У нас тут хрен кто сейчас найдет. Да-да, Пэм, это ты х... И не можешь превратиться, да, Пэм? Эй! За 100% кола, ребята, 100% кола. Нечестно было. А теперь он... Кумничка или что это? Бежит к выходу, вот он, на танцполе. Куда ты побежал? Вот, да, танцпол, вот он. За этим, вот он бегает. Вот он. Ты даун, ты слепой, капец, он на стуле прыгает. Ой, боже, ты слепой. Ебать, нормально, ты болеет. Ребята, нет, он вышел, он выходит. Он вышел, налево побежал. Да и чё? Клубничку прибили. Так, ладно, ребят, пока. Валяйте, друзья. Убили кучу. Где он, пацаны? В каком-то кустах каких-то. О, он в кустах возле Деда Мороза. Ой, возле снеговика, похоже, в кустах. Да, очень громко, очень. Да. Да, стреляйте еще. Да. Честно, пипец. Видео, у меня правда фиговый микрофон? Вот честно. Да. Как думаешь, какой микрофон сейчас, лучше? Короче, на наушниках или... Бежим и всех дубасим. Всех дубасим, кого видим живого. Так. Нас будут искать во всем лесу. Будут, еще как будут. Так, ну чё? Ищите меня! Горячая пачка чипсов. Я чипсы! Я, короче, на крышу, вы меня там не достанете точно. Нет там никого на крыше. Стул! Буду! Родные... Сказал, я буду, значит, не буду. Перед вами стул пробежал, и я его не смогу убить. О, убили полные. Ну, там стол, смотрите, бегает там стол. Посмотрите, динозаврик. О, динозаврик. Смотрите.
Слава, сзади, ты! Рашина у кого? Вот он вынул быть, честно говорю. Стой, бежать по улице, никто не видит. Вау. Ляльку. Ой, нет! Да как ты меня нашел? Нечестно. Попасться. Ну, да проще. Эй, Серёг, приходить. Почему-то можно, как бы. Нельзя. Так. Можно. Каждые 9 минут, понимаешь? Каждые 9 минут. А показалось. Показалось. Подумай, только показалось. Ну, сейчас смотри. То, что стул живой. Где? Последняя смена была только недавно. Здесь еще 9 минут. Че вы на крыше там сидите, козлы, а? Кинь гранату! Алкоголик, привет! Здорово! Подписчики здороваются, ничего такого. Знаете, там двигать танцы? А очень легко, сзади подходит, ты толкаешь. Ты не можешь, чем я прячусь, когда тебя. Как он забрался туда? Люди, хотели подсказку? Давай мне подсказку. Да не на завод. Я сейчас вижу, и кто-то один рыба. О. Так, жаба умерла. Понятно, тут не случилось. Какой он так опаклый. Ой, опасно. Кто-то выжал на улицу, вообще ты. Так, тут у нас что? Тут у нас пипец. Так, открываем. Ну-ка. Я сливаюсь. Охренеть, у вас тут ходы. Ты сливаешься с темнотой, как Зоро. Рыба. Лыба. О, сам. Сам. Блин. Ты живой? Это тварь. Я нет, я мертв. Кто-нибудь ответит из моей команды. Так, ну-ка. Тут у нас что? Ничего, да? Проходим вниз. Пэм, Пэм, куда бежим? Чё смотрим? Чё надо? Чё надо? Ушёл отсюда. С предела. Ушёл. Чё стреляем? Под ёлкой ещё посмотри. Чё? Какой ёлка? Я его не зашутил, меня взорвали. Мы выиграли. Откуда вас время тут падло? Так что хрен меня кто нашел, хрен меня кто найдет, ясно? Так, 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 надо, надо во что-нибудь это удобное такое превратиться. Так. Я сейчас буду двигаться. Все, теперь я баночка. Теперь баночка. Смотрите, как надо двигать там стол правильно. Баночка. Уезжаю. И вот тут вот заныкаемся. Хе-хе-хе. Хрен меня кто найдет тут. Всё, надо двигать. Ну что тут у нас? Блин, я хотел выступить. А блин, меня тут кто найдет? Вам до свидания, братой. Ой, ёлка умная. Чё эту-то взрываете-то так? Помоечку. Взрывает как бешеные. Хрен меня кто тут найдет сейчас. Все супер. У меня все продумано. Меня тут кто найдет? Братинки. Братинки. Где?
И тут или там? Так, смотрим сквозь стену. Сквозь стену. Нас много. Проходит этот говнюк, который нас ищет. Охрен меня кто найдет. Сколько 4 предмета живо? Это я. Это я. Ну, ходите все, я только пришел. Так, ну, ты уже молодец, что пришел. Ну, как? Давайте, где вы? Не, не тих. Пацаны. Чё, найдете меня, нет? Давай, проверяй, проверяй автомат игровой. Где? Там самое место. Так. Что же? Хрен меня кто найдет. Куда убежал-то, а? Чувак. Вот так вот я могу искать. Так. Как вы там хоть атакуете? Где вы там хоть ходите? Смешно. Заткни свой микрофон, пожалуйста. Я нифига не слышу. Слушай, я не могу без микрофона. Я не слышу из-за тебя ничего. Ты можешь про себя говорить? Хай. Так, чё вы там ходите? Фургон залез. Мы говно! Маю. Так, ну чё? Где музыка вся? Так, ладно, 24 секунды осталось. Эй, пацаны, здорово! А я тут прыгаю. Эй, пацан! Пацан! Пиу! 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 Куда убежал? Куда убежал? И я иду за тобой. Я пошел. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Тутенбал, подписывайтесь на канал. До скорых встреч.